самая насыщенная всегда программа, чисто по элементам у парников. Любовь Илюшечкина и Надаль Майсурадзе тренируются у Натальи Павловой. В этом году в финал не попали гран-при. На Skate Canada 5, на NHK Trophy 6. В общем-то, призов-то у них почти и не было. На мемориале Непилы у них было 3-е место. Это их программа, которую мы все очень хорошо знаем. Видим ее далеко не впервые. Любовь Илюшечкина и Надаль Майсурадзе. Любовь Илюшечкина, Надаль Майсурадзе. Ну что ж, Люба и Надаль давным-давно являются одним из тех спортсменов, которые серьезно претендуют на ключевые места сборной и пьедестали российского, да и не только российского. Они занимали первые места на международных соревнованиях, выигрывали этапы серии Гран-при. России они впервые появились в сезоне 2007-2008 годов, заняли тогда 4-е место, и с тех пор, ну, казалось бы, вот они были совсем рядом. Затем в следующем году они 3-е, а потом опять 4-е, потом 5-е, и вот сейчас они выступили
с короткой программой на чемпионате, где, казалось бы, что их можно рассматривать как один из фаворитов. Да и вообще, когда они появились в 2007-2008 году, ажиотаж вокруг пары был очень мощный. И я могу сказать, что агенты фигурного катания очень сильно всполошились вокруг них и почитали за счастье как-то оказаться причастными к дальнейшему продвижению этих спортсменов по карьерной лестнице. Но вот идет время, тоже шаг вперед, шаг на месте, шаг назад, шаг вперед. Не все просто. Не у всех далеко спортсменов их карьеры развиваются по стремительно восходящей. В частности, на пьедестале чемпионата России, вот они были только однажды, сейчас катались с программой, которую мы уже видели, но и по идее она должна быть мега вкатанная, она очень нравится многим специалистам. Татьяна Анатольевна Тарасова, которая со мной комментировала парное катание в одном из сезонов, говорил, что ей прямо очень нравится вот этот ироничный стиль вот этой оперы. Но итоговая сумма Любови Илюшечкиной не идеально же прошел прокат, понимаете? 57 баллов — это сумма.